Мастер-класс для юных гимнасток в Якутске провела Яна Кудрявцева. Серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, 13-кратная чемпионка мира, многократная чемпионка Европы по художественной гимнастике. Около 100 девочек пришли, чтобы набраться опыта. По возрасту и степени подготовленности юных гимнасток разделили на две группы. Звезда мировой художественной гимнастики показала свои фирменные элементы. Яна много гастролирует по городам и делится своим мастерством. После занятий состоялась автограф-сессия и фотографирование. Ну, детки очень разных уровней. Есть хорошие дети, есть слабые дети, есть, которые мало ходят, дети еще мало тренируются. Это разных возрастов, поэтому пока так тяжело сказать, но хорошие дети есть. Главное заниматься, стараться, и чтобы тренер занимался. Показывала мяч уже, сейчас буду обруч, скакалку, всякие мастерства, как у нас называется. Так объяснить не могу, всякие перекаты, броски сложные, дети стараются, получается, у некоторых повторить.